не шло, когда я его убивал. Ну, серьезно. Как так-то можно, да? Ага, конечно, блин. А-а-а, нет! Нет, все, я ни за что не умру. Давай, еще немножечко. Нет, пожалуйста. Да! Блин, из него лучше дня, но кроме панцирей. А так просто... Так мало хп у него было, и я его все-таки затащил. Ну, это еще мастерство, да, это потому что я так играю хорошо. Такого нет. У нас карта хорошая. А, нет, пока что я 3000 чем-то пуль потерял. Ниндзяго. Ладно, сейчас я уже делаю жуткий панцирь и пойдем на Руброна. Да, все, давайте. Покули. Ну, не сейчас покули, а просто покули. Ну, увидимся, короче. Да, давайте. Итак, вот я пришел, да, сюда. О, господи. Ну, тут фарм арена. Ну, я даже не знаю, как тут драться будет. Ну, ладно, давайте попробуем. Станет меня, ты побога. Вот сейчас ловила. Господи, он меня сейчас убьет. Битва даже еще не началась, а меня уже убить хочет. Ну как так-то? Ну так подожди хотя бы, ну. Ой, господи, что за человек-то такой ты? Даже на него не похож. Понимаешь, да? Сколько у тебя минусов? Ты даже на человека не похож. Все, это рип. Это рип просто. Хотя вроде бы еще есть шансы, да? Какие-никакие. Очень маленькие, но они все же есть. Давай, пожалуйста. Ты просто от них бежишь, запомни. Это еще. Просто от него бежишь. Бегался. Короче, я сам туда потом и буду бежать от него. Вот реально. А с бешеной скоростью буду бежать. Окей. Давай. Рыбрончик. Потягаемся. Господи. Я даже не хочу ничего сейчас комментировать, потому что мне страшно. Ну, не знаю, это все же игра, да? И как бы мне от этого ничего не будет, если да, я умру. Да. Мне просто будет бомбить. Вот и все. Реванш. Я буду биться до последнего. До последнего победного. Вот так. Ага, сейчас проиграю. Чувствую я.
сразу без комментариев. Потому что мне страшно, и я не знаю, что мне делать. Ну, я знаю то, что я сейчас умру. Я думаю, это многие знают, что я сейчас умру. Но сейчас было близко. Господи, он такой свирепый. И такой бешеный. Это свирепый и бешеный пройдя это. Так, вот сейчас надо будет туда разворачиваться, потому что, как видите, да, сейчас умру я. Господи, он запустил торнадо. Окей, пока что без дорожки попробуем. Господи, а не хочется без дорожки, да? Хилься! Что я тебе еще могу сказать? Я больше ничего не положу, кроме силы. Тренд, я больше ничего не положу, кроме силы. Давай же. Какой-то у меня медленный, очень медленный от сил идет, да? Нам хотя бы есть. Это уже радует. Господи. У него уже почти по хп снял. Ну, половину всех жизней сняли почти. Все, это капец. Это реально, это риск. Все. Прощай, сериал. Что это надо сказать? Капец, он быстрый. Ты че с такой бешеной скоростью-то? Двигаешься? Должны же. А, нет, только когда не надо. Мне надо встретить, чтобы было. Ну, по-моему, три фазы, да? Ой, господи, еще надо. Это же не так трудно. О, господи, как же я сейчас волнуюсь-то. Убил, целился. Убил, убегаю. Господи, давай же. Какой же он все-таки трудно. На эксперте что будет? Это вообще-то бам-бам-бам. Что там будет на эксперте? Вот сейчас бы я захилился на твоем месте. Молодец, ты захилился. Он меня окружил просто со всех сторон. Ё-моё. Давай. Найди его. Ах, как же сейчас как-то у меня всё ляпает. Ну типа, блин, у него еще чуть-чуть хп осталось, вот чё. 7000. Да было